Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, и радость окрыляет нас, зима закончится сейчас. Томлением душа полна, настало время обновления, любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать. Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима. 11 февраля, день Игнатия Богоносца. Во время римского императора Траяна он был епископом Антиохийской церкви. Свое прозвище он получил за то, что сам Иисус Христос брал его на руки. Повзрослев, он был учеником Иоанна Богослова, а далее и епископом. За отказ принести жертву языческим богам его осудили. Он смело отвечал царю Траяну. За смелые речи, твердую веру его осудили на съедение зверям. На него выпустили голодных львов, которые его растерзали и съели, остались одни кости. Сегодня отмечали память мученика Игнатия Богоносца и святого Лаврентия. Народ молился этим святым, чтобы они избавили от болезней глаз. День считали опасным. Постились и защищались. Защищались от ведьм, которые сегодня приходили для того, чтобы уничтожить людей. Поэтому сегодня, начиная с темноты и до самого рассвета, по всему периметру дома втыкали веточки чертополоха. Приметы. В народе говорили, как на Игнатия Богоносца аукнется, так в августе откликнется. По февралю август. Внимательно наблюдали за луной. Если красноватая луна, значит будет сильный ветер. Если месяц только рождается, то какая погода была при рождении месяца, такая будет всю первую половину марта. Если полнолуние, то такая погода будет вторую половину марта. Предсказывали погоду и по дыму из трубы. Если идет коромыслом, значит жди скорого тепла. В народе говорили, февраль и теплом приласкает, и морозом отдубасит. Февраль изменчив-переменчив, то январем потянет, то мартом проглянет. Если сегодня жена легонько ударит мужа по щеке подручным предметом, то он к ней будет ласков и не будет изменять. Геннадий Петрович, у вас красиво. И, кстати, а почему он использовал вот такие вот компоненты, как морковка? Здесь имеется и грубая клетчатка. В черносливе содержится такая нежная клетчатка. Все это необходимо для того, чтобы было хорошим пищеварение. И плюс это все еще сочетается у нас с орешками. Так, это ты второй готовишь. Да, да. И теперь смотрите, что мы сюда добавим. Если в этот мы будем сюда добавлять мед, в этот сгущенное молочко добавляем. А как вот сгущеночка работает с черносливом? Много ее добавлять не надо, так как это вареный продукт. Я думаю, что никаких расстройств не будет возникать. Угу. А все будет нормальненько. То есть здесь мы еще как бы добавляем вкус для того, чтобы еще блюдо это оказалось не только полезным, но и вкусным. Как я и рассказываю на целебной кулинарии, чтобы наши блюда были не просто целебными, но и вкусными. А вот и оказывается, рецептура давно уже была до нас разработана. Я вот сюда добавлю лимон, чтобы яблочко не окислялось. Хорошо, потом, хорошо. Как в рецептуре лимон есть. А вам надо лимон? Или уже нет, я наверное, думаю, с молоком, что, наверное, что не здесь надо, да? Не надо. А, ну нам же самое главное, проросшую пшеницу надо положить. Она, между прочим, засыхает, так что тут надо пооперативнее. Кстати, попробуй без проросшей пшенички. Вот у тебя ложечка есть. Угу. А потом с проросшей пшеничкой. Ну-ка. Что мы получаем? М-м-м. Вот мы иногда получаем такие продукты, которые трудно найти даже где пирожные делают. Да.
То есть такие сочетания есть. Ну, это прям вот черносливный десерт шикарный. Слишком много чернослива не надо. Угу. Проросшая пшеничка добавит витамины группы В. Все это у нас оживает. И получается для детей это, знаете, вот лучше всего. Кишечник будет работать. Перистальтика. Снабжаться мне полностью, кажется, по всем. В наши дни у детей как раз все нормально. С перистатикой, а вот взрослым... Ну и тем более взрослым, особенно пожилым людям. Да, да и людям в городах с таким ритмом, я имею в виду. Ну что? Так, а вы сколько добавили? Ложку? Ложку, да, больше не надо. Угу. Mm-hmm. Геннадий Петрович, у вас вкуснее. Да ты что? Ага, попробуйте. Ну, может, помешайте вы, пожалуйста. Давайте. И давайте я еще чуть-чуть. А то как-то что-то, то ли лимона много. Давайте. Попробуй. Угу. Вот это завтраки Бэннера. Так это можно использовать и в ужин, да? И для тех, кто хочет сохранить свою фигуру стройной или наоборот сбросить лишние килограммчики. Захотелось вот этого, покушали, сразу у вас произойдет насыщение, и вы. Не будете переедать. Как мы сказали, пища, лишенная энергии и неправильное сочетание минеральных веществ в результате термической обработки, в результате рафинизации, способствует тому, что ее съедается гораздо больше, чем надо. Тоже нормально? Попробуй. Стало. Вот теперь получилось то, что надо. Приложил мастер руку. А? О, вкусненько. Замечательный вкус. Ребята, надо тщательно перемешивать. Я поняла свою ошибку. Тщательно перемешивать, да. Угу. Фруктовые кислоты соединяются. И получается очень-очень интересное. И после вкуса такое. Геннадий Петрович, когда мы с вами договорились, что вы покажете эти два завтрака Бэннера, я, конечно, для себя задалась вопросом, а что вкуснее? А нет ответа. То есть он есть. Ну, вот, трудно решить. Вот это по четным, а это по нечетным. Или наоборот, они очень вкусные. Они оба... Во-первых, они сладенькие, вот для сладкоежек. Причем сладость это правильная. Здесь мед... Нету приторности. А здесь сладость идет не от сгущенки, тут ее было 2 чайные ложки, а именно от самого чернослива, который еще вымочился. Ну, то есть прям совсем вот... И миндаль какой-то придает свой особый вкус, что трудно сказать, что это там такое, но получается очень-очень поразительно вкусно. Я думаю, для спортсменов это великолепная смесь будет. Мне даже, знаете, что захотелось? Угу. Потому что у нас все-таки кухня в кухне, мне захотелось вот прям даже увидеть столовые. Вот если у нас еще осталась буквально минутка, я хочу это красиво-красиво положить, чтобы вот любой человек, который, допустим, против, ну, против здорового питания, конечно, мало найдется людей, но вот бывают же люди с привычками старыми, бывает. Скажут, чего я там с черносливом, какой-то тертый там проросшая пшеница, чтобы я... Мы сейчас так вот красиво как-нибудь положим, чтобы он не знал, что это такое. Так. Дело в том, что это влияет на здоровье, на работоспособность нашей сердечно-сосудистой системы, на эндокринную систему. Очень хорошо поднимает жизненные силы организма, давая тонус. То есть, где мы действительно возьмем тонус из шоколада или там из сахара, тонус можно только взять из продуктов, которые обладают повышенным содержанием солнечной или живой энергии. Вот она, проросшее зерно. Пожалуйста. А вот скажите, пожалуйста, есть ли противопоказания? Я думаю, что противопоказаний здесь, оно не такое уж сладкое, практически нету. А, то есть противопоказания могут быть связаны только с сладким вкусом? Со сладким вкусом, больным там сахарным диабетом, но здесь все настолько сбалансировано, что это можно съедать. Смотрите, сколько клетчатки. Очищается желудочно-кишечный тракт. Угу. Так, может быть, сюда какой-нибудь мандарин, ну, какую-нибудь дольку мандарина положить? Как хочешь. Как хочешь. Это же женщины не любят мандаринки и так далее. Ну, мне хочется, некоторые чтобы... Некоторые любят сосиски. Морковку. Давайте, может быть, кунжутиком?
Вот это вы говорите оставлять, да? Допустим, да, добавить кунжута. Ну, это уже слишком, это уже будет другое блюдо. Это очень-очень вкусно. И невероятно полезно. Делайте блюдо Бюрхера Беннера и будьте здоровы. Смотрите нашу целебную кулинарию. Спасибо, Геннадий Петрович, за вот эти рецепты.